Вот он, магазин Рана. Теперь он называется Максима. Но это ничего не меняет. Рано и был, рано и остался. Стеклянный вход. И велики ровно там же, где я свой когда-то припарковывал. Все это на улице Вабадуса. Вот здесь, слева, были соки, воды. А вот здесь всегда мой велик стоял. Вот ровно здесь. Все надписи, как и полагается, исключительно на эстонском языке, хотя посетители исключительно русские. Вот она, Рана. Вот здесь, кажется, был отдел игрушек. Thank you.